Снежный шар – это популярный зимний сувенир в виде стеклянного резервуара с объемной моделью внутри. Шар наполнен жидкостью, и при встряхивании его на модель падает искусственный снег. Впервые сувенир появился на Парижской всемирной выставке в конце 19 века. Внутри первого шара находилась миниатюрная Эйфелева башня. Сегодня выбор таких сувениров огромен, и каждый может получить этот волшебный подарок.